Всем приветики. В общем, такую кружку, которую я покупал недавно, я уже подарил маме на 8 марта. Я ей подарил на 8 марта кружку такую вот. Мою ту, это уже новая. Тапочки и наволочку для подушки. Вот. А себе, так как мне она очень понравилась, купил еще одну такую же. Огромную кружку, она на 500 миллилитров, это пол-литра. Это довольно-таки круто, то есть это, считай, вот как литровая бутылка, половину этой литровой бутылки сюда войдет. Вот здесь 500, ну, пол-литра, 500 миллилитров. Довольно-таки крутая чашечка, мне она очень нравится, такая огромная, как такой, типа, бочоночек такой, ты вот берешь его такой и пьешь, как бы. Вот. Ну, это так, если зимой согреться, берешь такой, ты пьешь. А так вообще, вот, удобная чашка, кстати. Вот такая вот. Здесь как бы толстые стенки. Вот они. Такие толстые стеночки. Прямо не знаю, где-то миллиметра два, наверное. Два миллиметра. Вот, сама по себе она. А кружка Джамбо 500 миллилитров. Что здесь про нее пишут, подходит для горячих и холодных напитков, пищи. То есть даже сюда можно суп налить, какой-нибудь горячий. Или даже роллтон сюда покрошить роллтон сюда, закинуть, залить кипятком. И потом просто сидеть, пить этот роллтон или суп так вот. Ну то есть удобная такая типа. Срок годности не ограничен. Посуда из натрий-кальциево-силикатного стекла. Сделано в России. Кстати, крутые кружки делают в России. Молодцы. Мне нравится. И здесь еще что-то пишут. Кружка стеклянная Джамбо 500 миллилитров. Опытный стекольный завод Владимирская область. Используется для любых напитков перед использованием помыть. Кстати, да, это да. Потому что она немножко такая грязноватая. Здесь не видно. Но там она немножко такая... Ну, там видно такие, типа, ворсинки, там такое, ну, здесь вот где-то оно видно даже, беленькая такая ворсиночка там, видно, там, типа, ворсинки. Ну, и в ней круто то, что она вся такая, вот, типа, ну, во-первых, она большая, толстая, и, ну, вот видно свечение, типа, она такая вот так, смотришь на нее, она вот такая черная, ну, типа, прозрачная, а когда светишь на нее, видно, вот она... Аж отблескивает от цвета, начинает белому загораться, это очень круто. То есть, вот так, она вот такая, типа, ну, вот такого цвета, типа, не, она вообще белая, но так она, ну, просто как обычное стекло, но когда на него попадает свет, он начинает загораться. То есть, так он черный, а так вот, раз, и вот уже белеет. Вот, например, здесь вот он такой темный, и вдруг раз, уже белый. То есть, оно от цвета начинает зажигаться, ну, тоже светиться, это очень круто. И вода в ней смотрится очень красиво. И она вот по сравнению с обычным стеклом светлее. То есть, если вот сейчас принести банку, сейчас пойду за банкой схожу. К примеру, вот если сравнить с банкой, банка такая темная, ну, то ли зеленая, то ли не пойми какая. А здесь оно такое, ну, видно, что, ну, приятнее стекло. Здесь такое стекло то ли зеленое, то ли что это такое. Такой цвет какой-то непонятный. А здесь оно вот прямо вот видно, что белое, типа. И смотришь так вот, если на свет, то этот поприятнее, он посветлее. Ну и вода, соответственно, здесь будет потемнее. А здесь вот если налить, она будет такая посветлее, поприятнее смотреться, чем там. Когда вот заливаешь, она прям так аж приятно красиво смотрится, такая светлая, красивая водичка такая. В то время, когда там, она так красиво не смотрится, просто какая-то типа темная, мутная. А здесь она прям такая красивая, такая вот, на нее смотришь, и она прям вот реально такая, как прям чистая-чистая. С такой кружки и воду пить приятнее будет, чем, например, из банки или из другой чашки, которая из обычного такого вот стекла, которая, ну, это же обычное стекло, а здесь вот оно
какое-то такое стекло, оно уж аж белым светится. Но даже видно, что отсюда приятнее будет пить. Я вот даже заполнил кружку водой, чтобы вы могли насладиться чистотой и красотой воды в этой чашке. Она реально очень красивая. Ну, то есть, вода. И в этой чашке она смотрится прям такой, какой-то такой чистый, такой какой-то родниковый, прямо такой вау. Прямо такой вот. Ну, видно, что смотришь, вода такая вот прям чистая-чистая. Отсюда пить будет очень приятно. Вот она такая классная. Так переливается, так все красиво вообще. В то время, когда если залить ее же в банку, то оно даже заливается красиво. Ну, в банке оно, конечно же, не особо так смотрится. Ну, вот смотрит, вот в банку смотрим, типа, ну, ничего особенного. И такая она, не, ну, какая-то, он даже зеленоватая какая-то из-за банки. И здесь какая-то такая, типа, не очень. А заливаем сюда. И здесь она совсем по-другому смотрится. Такая прям, по сравнению с банкой, разница огромная. То есть, в банке она какая-то такая темная, зеленая, мутная. Здесь такая чистая, красивая. Прямо вау. Это и здесь также сбоку, вот если, чтобы не разлить, так вот. Вообще красиво смотрится. Такая приятная. Но с этой кружки будет намного приятнее пить. Я рад, что я ее купил. Очень крутая. Я ее потому себе снова купил, потому что мне она понравилась. Ну и мамика тоже понравилась. Кружка. Она говорит, что типа вот так вот держать ее зимой. Сидеть и держать ее так вот зимой, когда там горячий чай. Так потихоньку пить вообще приятно будет, типа. И она действительно вот так смотрится в руках даже вообще. Как. Ну не знаю, у меня. Когда в эту чашку смотришь, вызывает прям такие приятные ощущения, потому что именно вот вид не такой, как в обычной чашке. Она прямо аж вода здесь светится и такая чистая, красивая. Вот, так что рекомендую. Вот, как-то так. На этом все всем. А, кстати, я еще не знаю, как пить из нее, но типа я просто еще ни разу не пил. Что-то покупал, еще не пил, а подарил то, что я накануне праздника купил и подарил, что с этой еще не пил. Но думаю, что мои ожидания оправдаются моими как бы впечатлениями после использования. Ну вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.